Мужчина погиб из-за схода снега с соседнего здания. Сообщается, что 35-летний предприниматель чистил снег у своего магазина, который находится на рынке «Универсальный». На место происшествия незамедлительно были направлены силы пожарно-спасательного алданского гарнизона. Пострадавший был извлечен из-под снега, но было уже поздно. Главное управление МЧС России по республике Саха-Якутия напоминает об ответственности собственников за состояние кровель. Руководители предприятий и жилищных организаций обязаны принять меры по очистке снега с крыш зданий, оградить опасные участки, где возможен сход. Гражданам рекомендуется соблюдать осторожность. При выходе из зданий обращайте внимание на скопление снежных масс и наледи на крышах. Обходите места возможного их падения. Особое внимание уделите детям. Побеседуйте с ними о безопасности. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки или нависает снег. Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны. Если во время движения по тротуару вы услышали наверху подозрительный шум, нельзя останавливаться, поднимать голову и рассматривать, что там случилось. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно как можно быстрее прижаться к стене, козырек крыши послужит укрытием.